Неделя немецкого языка и культуры, которая проводится в Бресте уже не первый год, и на этот раз обещает быть не менее насыщенной. Об этом можно сказать с уверенностью после посещения первого дня. Дня открытия традиционной программы для учеников, которая вот уже несколько лет собирает на берестейской земле юных эрудитов из Беларуси и зарубежья. Торжественные выступления преподавателей, напутствующих своих учеников, яркое театральное представление пинских ребят. Все это сделало встречу по-настоящему праздничной. Сегодняшнее мероприятие – это детское представление. Гимназисты из Пинска приехали и на немецком языке целый театральный спектакль нам представляет. Это, конечно, здорово на немецком языке. Подготовка к ежегодному мероприятию участниками велась серьезно. Выступление учеников Пинской гимназии – наглядный тому пример. Отличное владение немецким языком, талантливая подача, креативный подход плюс артистизм ребят, несомненно, покорили публику. Слов похвалы достойны и юное дарование, и их талантливые педагоги. Приезд школьников в город над Бугом далеко не первый. Ежегодно осенью они с особым удовольствием посещают его. И для обмена опытом, и для совершенствования своих знаний. И, конечно же, для встречи с уже ставшими друзьями брестскими школьниками. Дети любят театр, а в игре, как знает любой преподаватель, язык изучается намного быстрее, динамичнее, они запоминают диалоги. Это живой язык, вы сейчас увидите и убедитесь в этом сами на сцене. В игре, в театре они все подружились, это большая команда. Им, конечно, интересно и приехать и выступить на неделях немецкого языка в другом городе, пообщаться с волонтерами, с учителями немецкого языка, которые здесь работают, из Германии, получить какой-то опыт. Мы очень любим приезжать в Брест. Во-первых, спасибо огромное Карен Краус, которая организовывает здесь для нас все. Это всегда очень уютно, это всегда по-домашнему. Вот, у нас здесь много друзей, родственников, которые приходят на наши концерты. Дети с удовольствием здесь выступают. Мы изучаем немецкий язык. Мы приехали, чтобы усовершенствовать немецкий язык, чтобы показать людям то, что мы поставили. Мы приехали сюда во второй раз, чтобы, потому что здесь много талантливых людей, и мы хотим показать им наш талант. Неделя немецкого языка и культуры – традиция, которую поддерживают в школе номер 7 вот уже на протяжении 8 лет. И это неудивительно, ведь именно такие мероприятия способствуют совершенствованию уже имеющихся учеников знаний, накапливанию опыта, общению с языковедами и, что немаловажно, знакомству с новыми друзьями. Это мероприятие проводится у нас уже 8 раз. Ну, уже одно это говорит о том, что большой интерес к мероприятиям немецкой недели каждый год. Важно это не только для школьников, но и для студентов, и для общественности нашего города. Принимают участие в этом мероприятии самые разные люди, от мало до велика. Прежде всего, это радость. Это радость чего-то такого интересного, творческого, необычного, чего нет в повседневной школьной жизни. Вот. Потому что коллеги из Германии, конечно, они их здесь видят. Преподаватели есть у нас в Германии, в Бресте, работает Карен Краус в 7-й школе. Но это новые лица, это новые люди, новая молодежь. Мероприятие в этом году соберет на берестейской земле, помимо воспитанников школ области, представителей различных общественных организаций Беларуси и Германии. А это свидетельство того, что инициатива проведения недели немецкого языка и культуры на берестейской земле имеет надежную поддержку.